состоится экстренное заседание министров иностранных дел государств-участников Организации тюркских государств. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора с исполняющим обязанности министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. По его словам, заседание состоится 11 января в онлайн-формате. На заседании будут обсуждаться последние события в Казахстане. Отметим, что ранее в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки были направлены коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Кыргызской Республики. Следует подчеркнуть, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает беспорядки в Казахстане внешней агрессией, поскольку террористические банды, устроившие беспорядки в стране, прошли подготовку за рубежом.